На лед спортивного комплекса «Чемпион» сегодня вышли спортсмены из Ярославля и Рыбинска. Несмотря на юный возраст участников, скорости они развивали не детские. Ведь лучшие из них поедут на всероссийские соревнования. Соревнования были организованы юношеской школой Олимпийского резерва номер 3, выпустившей немало именитых спортсменов. Соревнования проводятся с целью отбора ребят для участия во втором этапе зонального первенства России по шорт-треку, которое состоится 3-6 октября в городе Коломна. Нам все очень понравилось. Мы планируем завоевывать золотые места. Золотые медали. Хотим пройти на Олимпиаду. Да. За Россию, да, Кирилл? Да. И вот финальный свисток. Имена победителей уже известны. Ими стали Воронин Антон и Лазарев Владислав из Ярославля и Рыбинец Рыскунов Никита. Среди девушек в дальнейший этап проходят Якимова Любовь из Ярославля, Крупина Ангелина и Воротникова Алена из Рыбинска, Тимур Аршинов, Лев Белков, Я Новости.